отель. Здесь сегодня будем работать. Отель Пелос. 6 звезд. Барселона. О! Ну что, направо-налево раскидываешься? Итак, мы в Барселоне с Дарьей Бигбаевой, с Дмитрием Кузеняткой и многими другими. И работаем сегодня в том самом отеле, где впервые встретились Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Раньше это был отель Ритц, сейчас он называется просто Пелос. Вот такие дела. Так, Даш, ты, короче, всех отправляешь, да?